место прибыл министр внутренних дел, глава службы чрезвычайной ситуации и глава военно-гражданской администрации Полтавской области для того, чтобы осмотреть место трагедии и принять решение по скорейшему разбору завалов, попыткам спасения раненых. Вернулся за помощью 59,7, 25 госпитализованы. Только что нашли еще 11 заболевших. Доповедал заступник тут, где-то на центральном месте. Доповедал заступник начальника главного управления полковник Гузик. Здравия желаю.